Сегодня у нас 27 сентября 2023 года. Сорт груши Выжница. Возраст дерева более 30 лет. Здесь сеянец. Эту грушу я брал Валтера, профессора Копаня. Это один из лучших его сортов. Это маточное дерево. Здесь есть прирост. Мы делаем ему такую умеренно сильную обрезку и частично оставляем на плодоношение. И вот такой имеет урожай на этот день. Очень, очень ценная груша в наших условиях. Можно сказать, что поздний осенний сорт или осенний. Плоды крупные, зимостойкость высокая, болезнями не поражается. Плоды вот такие вот чистые, такие в точку ржавленные, красивые. Лист вот посмотрим, чистый лист. Хотя мы считаем, что этот год экстремальный для плодоводства. Вот такая груша Выжница. Урожай очень хороший. Так, если раздвинуть листья, ветки, там их груш очень много. И так по кругу. Вот красивая груша. Такая удлиненная. Плоды не осыпаются по дереву. Нет осыпаемости. Хотя плодожарка в этом году свирепствует. Дерево сильно рослое, зимостойкое, хорошо совместимо с айвой, дает регулярные урожаи, довольно-таки неприхотливое в наших условиях. Сорт груши Выжница. Мякоть такая у нее маслянистая при созревании. С миндальным ароматом. Сочная, сладкая. С далекой кислотой иногда или без нее. Вот уже пошла желтизна по плоду. Наступает съемная зрелость. Да, и вот необходимо уже ее снимать, закладывать на дозаривание, эту грушу. Вот такая груша Выжница. Плоды очень крупные. Сорт груши Выжница на 27 сентября 2023 года. Черкасская область. Сегодня у нас 10 октября 2023 года. Сняли урожай позднеосеннего сорта груши под названием Выжница. Вот такие плоды на это время. Сейчас 8 плодики, если для начала. 524 грамма. Самый крупный плод 635 грамм. Ну вот это еще для контроля. 628 грамм. А этот будет 570 грамм. Здесь еще плоды. Это отличный сорт для приусадьбного хозяйства, а также для производства на промышленном потоке. Сорт выведен в нашей стране профессором Копанем. Он хорошо совместим с айвой. Дерево сильно рослое, достаточно скороплодное, болезнями не поражается,
экстремальный год, но плоды все чистые. Здесь рядом дерево, вот возле дома у нас. Вот как прирост весь, уже заморок сегодня был ночью. Сколько там минусов, не знаю, но кое-что померзло. Чистый лист на 10 октября, лист такой чистый, блестящий, поражений нет, ни парши, ни других заболеваний. Плоды хорошо улеживаются в течение месяца, может раньше, в зависимости от условий хранения. Мякоть у них маслянистая, сочная, такая средней плотности, с миндальным ароматом, очень хорошего вкуса, можно сказать, отличного вкуса. Всем рекомендуем этот сорт. В наших условиях Черкасская область прекрасно удается. Зимостойкость у него достаточно высокая, не наблюдали ни подмерзаний. Сорт так выносливый к различным погодным условиям. Восстанавливается хорошо после весенних заморозков и дает вот такой урожай. Здесь дерево не плодоносящее, а так полуплодоносящее. Час режем черенков прирост, а час плодов. Сорт груши под названием «Выжница».